Другим темам. Муниципальные власти и профильные ведомства республики уделяют все больше внимания развитию спортивной инфраструктуры. Строящийся в Урухе физкультурно-оздоровительный комплекс далеко не единственный спортивный объект в Лискенском районе, рассказывает Осман Казаков. Цель властей при возведении этого здания была ни много ни мало построить в рядовом селе спортивный комплекс, в котором можно будет проводить соревнования регионального уровня. Два спортивных зала, тренажерный и игровой, административный корпус, душевые и санузел. Здесь все должно быть на высшем уровне, чтобы гости из других регионов захотели проводить соревнования именно в Кабардино-Балкарии. Строительство ведется за счет соответствующих программ федеральных и республиканских развития физической культуры и спорта. На 2006-2015 годы общая стоимость сметная данного объекта 29 миллионов рублей. В строительстве спортивных объектов за последние несколько лет Лискенский район преуспел. Кроме этого, ФОКа в Урухе и Анзаре открыли футбольный поля с искусственным покрытием. Введение в действие еще одного спортивного объекта в Аргудане состоится уже совсем скоро. Буквально на днях будет установлена ограда, освещение, все материалы подготовлены. Министерством спорта, туризма и курортов завезено покрытие искусственное, и в пределах текущего месяца будет устроено и покрытие, и ограждение. Тандем Минспорта и районных властей приносит свои плоды. Молодежь потянулась к здоровому образу жизни. Актив района пополнился победами на республиканском и даже на региональном уровнях. А статистика постоянно занимающихся спортом увеличилась практически вдвое. Осман Казаков, Альберт Кацаев, Юрий Искандеров. Вести Кабардино-Балкария.